Доброго времени суток, уважаемые зрители YouTube. Сегодня мы поговорим об айфонах 4S, то есть как вам, в принципе, можно будет проверить при покупке, если вы все-таки решились на покупку бэушного. Также, в принципе, даже для покупки нового. Позже расскажу, почему. Именно я заостряю внимание на новом 4S. Так вот, начнем, в принципе, с того, что вот мне принесли данный телефон на запчасти. Просто сначала хотели восстановить, но так как человека не устроила цена, именно по восстановлению она бы обошлась ему в районе 5000 рублей, не считая работы. А с работой где-то 1,5-2, ну, грубо говоря, в районе 7000 обошлось бы ему просто восстановление данного аппарата. Человека это не устроило, и он, в принципе, оставил на запчасти. И поэтому я вам на нем именно все покажу, как, что и где проверить именно целостность запчастей и оригинальность, в принципе. Данный iPhone, плата у него рабочая. Единственная проблема с батарейкой, потому что батарейка просто порвался шлейф. И экран. Ну, у экрана, помимо того, что порвался шлейф, вывалился экран. То есть хозяин просто подумал, что если экран вывалился, его помазать клеем, который, вот, кстати, вы можете видеть, как он торчит, вот вылазит. То есть вот по контуру вот здесь клей он помазал, поставил, и он думал, что iPhone от этого заработает. В принципе, это многие пользователи у нас такие встречаются. Очень, точнее, их очень много. Именно мне очень бывает тяжело, если честно, блядь. Ну, вас всех нахуй, если честно, вы, блядь, ебало всех в рот, пизду, не буду я нахуй это видео снимать. Чем это заебало. Ой, блядь, обиделся на вас, нахуй. Ебал эти айфоны, вам честно скажу, потому что я, блядь, сам хожу вот с такой Nokia, вот черно-белая, блядь, Nokia, сука, фонарик, 1280, и пиздец, все, больше нахуй ничего не надо. То, что вы, блядь, носитесь с айфонами, с какой-то шнягой еще, ну, похую. В принципе, вот единственное, что мне, вот HTC. Вот у меня он разбитый экран. Нахуй менять экран, блядь. Один хер я его разобью. То есть у меня, блядь, вот моя биксочка, конечно, стоит. Да, я шучу, конечно, нихуя это не моя бикса. Ну, надо что-то поставить. Ну, в принципе, я этим телефоном пользуюсь. Он мне как NZ идет для интернета, для связи в интернет. Именно для контакта и прочей шняги. Ну, короче, мне его хватает. Взял его за 1500 рублей. Тупо разбит экран. Все. Камера работает. Сенсор, кстати, не тупит. Вот, к примеру, вот вы можете вот это вот проверить даже. Вот видите, вот где разбитость экрана, вот я провожу, видите? То есть ему пофигу. Экран работает в любой части. Хоть и разбит сенсор. А iPhone всегда, то есть, начинает выделываться. Чуть-чуть разбит экран, и все, по пизде пошел. И замена экрана. А мне этого хватает. Поэтому идите вы все нахуй со своими айфонами, ебал я их, блядь, все в туза, блядь. До свидания, нахуй.